19 января крещение Господня. Как простая вода становится святой. Как пить и хранить святую воду. Можно ли пить ее некрещенным и неверующим. Событие крещения. Эти события произошли на реке Иордан примерно 2000 лет назад. В то время там проповедовал и крестил Иоанн Предтеча. Многие иудеи шли к нему креститься, так они думали очиститься от грехов. Но Иоанн предтечи очищал не всех желающих. Он напоминал, что перед омовением надо исповедать грехи, покаяться, только тогда грехи смоются. Но вот на Иордан приходит Христос. Иоанн вначале не решается крестить Христа, но затем повинуется. Как только Христос сошел в Иордан, Иоанн увидел Духа Божия, который в виде голуби спускался на Христа, а с неба услышал голос Бога Отца, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Зачем крестился безгрешный Христос? В Иордан погружались и грешники, и Христос. Но для первых это было крещением покаяния, и прощение выражалось в омовении. Люди сходили в Иордан, чтобы смыть свои грехи. Христос вошел в Иордан, чтобы принять на себя все последствия грехов человека, вместе со страданием и болью, которые грехи приносят. Принять вплоть до смерти на кресте, но в конечном итоге, чтобы победить грех и смерть и первое действие произошло уже, как только Христос вышел из вод Иордана, воды осветились. Освещение преображения воды творной стихии стало залогом и началом будущего преображения всего творения, и главное человека, его рождение в духе, из земной материальной, конечной жизни в жизнь вечную. Этот залог жизни вечный человек и принимает в святом крещении как дар, который призван раскрыть. Смысл праздника главных событий, которые мы празднуем в Крещении, 2. Крещение Иисуса Христа, взявшего на себя грехи людей, и явление до тех пор неведомой тайны о Боге Едином в трех лицах, при Святой Троице, многим людям. Бог Отец говорил с неба, свидетельствуя, что Христос Его Сын, Сын Божий крестился в водах Иорданских, а Святой Дух сошел на Христа в виде голубя. Поэтому День Крещения Господня еще называется Богоявлением. И поэтому, принимая святое крещение, человек крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда происходит освящение воды? В храмах великое освящение воды происходит в крещенский сочельник, утром 18 января, и в сам праздник крещения, утром 19 января. Водосвятный праздничный молебен и 18-19 января начинается сразу после литургии с утра, в храме или на улице на водоеме около специально устроенной проруби, которую называют Иордань. Во время шествия к месту освящения совершается кождение и поются специальные тропари, раскрывающие смысл крещения Христа и связь этого события и освящения воды. В молитвах на освящение воды говорится о предании ей различных благодатных даров, а также помощи и просвещении тех, кто набирает ее для питья, крапления, освящения домов. Вода, освященная 18 января, в Крещенский Сочельник, и 19 января, в сам праздник Крещения, имеет совершенно одинаковые свойства и силу. Великое освящение воды совершается лишь дважды в год, 18 и 19 января, накануне и в сам праздник Крещения. Его нельзя путать с малым освящением воды на водосвятных молебнах, которые служатся в течение всего года в определенные дни, а также по просьбам верующих вся ли вода на земле в ночь с 18 на 19 января святая. В ночь с 18 на 19 января все земные воды являют присутствие благодати Божией. Однако верование в то, что в ночь крещения освещается всяческая вода, не уравнивает всю воду с той водой, которая освещается в храме. Освещение вод в крещенскую ночь – это однократное проявление Божией благодати. Освященная же в храме крещенская вода не утрачивает свою силу со временем то, что в этот день вся вода освещается, не умаляет и не отменяет таинство освещения воды в храме. Как простая вода становится святой. Вода освещается не потому, что в нее погружается крест, и она приобретает ионы серебра, как писалось в антирелигиозных советских брошюрах. Вода освещается потому, что ее однажды осветил Христос в своем крещении, и в ответ на молитвы церкви продолжает делать это, посылая Святого Духа. Вода становится святой потому, что по молитве церкви с ней соединяется Божия благодать. Священнику дана власть спрашивать в особых молитвах и священодействиях неспослания на воды благодатных даров Божиих. В молитвах на освящение воды говорится, а еже осветитесь водом сим силою и действием, и наитием святаго духа, Господу помолимся. Святой Дух входит в обычную воду и делает ее необычной, делает ее святыней, которая в свою очередь сообщает благодать всему, что соприкасается с нею. Сначала священник освещает обычную воду, читая над нею молитвы и погружая в нее крест. А затем уже сама эта вода сообщает благодать тому, что священник окропляет ею. Крещенская вода не магическое средство от болезней. Нельзя считать, что автоматическое потребление святой воды принесет благодатную пользу нельзя использовать святую воду, как средство от болезней проблем из глазу. Недостаточно и одних слов молитвы, если человек произносит их без веры, как заклинание. Только вера во Христа делает человека способным принять его благодать, сообщаемую любой святыне, в том числе и святой воде. Крещенская вода, как пить и как хранить. Крещенская святая вода – величайшая святыня церкви. Поэтому, чтобы она помогла человеку, использовать и хранить ее надо разумно и бережно. Крещенскую воду в крещенский сочельник и сам праздник. Крещение можно пить в течение всего дня. В другие дни по установившейся традиции, крещенскую воду принято пить натощак. Хранить святую воду можно дома в чистом месте. Не нужно хранить ее рядом с продуктами, бакалеей. Не стоит и держать ее в холодильнике, святая вода, как правило, не портится. Сосуд лучше хранить рядом с иконами и другими освященными предметами. И важно помнить, что святую воду надо не просто хранить, но и регулярно употреблять. Как часто можно пить крещенскую воду? Единого питьевого режима для святой воды не существует. Главный принцип – не считать, что крещенскую воду можно употреблять только в случае каких-то страшных болезней или неурядиц. Это не магическая панацея, а средство благодатной помощи. Пить святую воду нужно благоговейно с молитвой, понимая, что вы принимаете святыню. Если крещенской воды осталось мало, можно добавить ее в обычную воду, от этого сила крещенской воды не изменится. Святую воду можно не только пить, но и помазывать ею себя, как святым маслом. Для чего святой водой окропляют жилища и вещи? В день крещения принято не только пить святую воду, но и окроплять ею помещения и вещи это делается для того, что они стали не только нашими, но Божиими. Чтобы все живущие в освященном доме всегда могли сказать друг другу, Христос посреди нас. Опытно известно, как боится святой воды всякая нечистая сила. Но там, где нет искреннего покаяния молитвы, злой дух, даже будучи изгнан, возвращается. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого, говорится в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 43-45. Можно ли пить крещенскую воду людям некрещенным или неверующим? Если этой водой кропят жилища и животных, то любому человеку тем более не возбраняется ее употреблять. При освещении дома ею кропят даже скаридные места туалеты. Конечно, из этого не следует, что некрещенных надо специально поить крещенской водой. Если человек верит в Бога, но еще не крестился, и если при этом он испытывает благоговение к церковной святыне, то это будет только во благо. Если некрещенный неверующий человек и просто ничего не понимая решил ее попить, тоже ничего страшного не произойдет. Но если человек не просто неверующий, а богоборец, и специально пьет эту воду со злым чувством, то такое потребление крещенской воды нельзя рекомендовать. Правда ли, что крещенская вода не портится, и куда можно выливать крещенскую воду? Как правило, святая вода не портится. Но если вдруг в святой воде начнутся естественные процессы разложения каких-то организмов, это не значит, что вода не святая. Если все же крещенская вода испортилась, то по обычаю ее надо вылить в какое-нибудь непопираемое место. Это либо специальное место при храме, куда сливают при необходимости святую воду, либо река. Можно вылить на газон или под дерево. Не стоит выливать святую воду в канализацию, потому что символические действия имеют значение для нашей души. Святая вода не причастие. Бог дал человеку множество своих даров, которые укрепляют его телесные, духовно, святые чудотворные иконы, святую воду, святое масло, святые мощи великих угодников Божиих. Но главный дар, который дал человеку Бог, он сам. Бог дает нам себя, чтобы одухотворить нашу природу, наше естество, чтобы мы могли стать подобными Ему, чтобы мы могли жить с Ним, бессмертным, в жизни вечной. И этот дар Господь дает нам в святом причастии, Причащаясь тело и крови Господа, мы становимся к Богу близки настолько, насколько можем вместить. Но от причастия человека могут отлучить за грехи. Сроки такого отлучения раньше бывали очень длительными: на 7-15-20 лет, а иногда и на всю жизнь. Все это время человек не мог причащаться тела и крови Христа. Тогда ему разрешалось причащаться крещенской водой. Крещенская вода была заменой причастия для тех, кто не участвовал в полноте церковной жизни из-за своих тяжелых грехов. Но если вы ждете от святой воды максимальной пользы, не ограничивайтесь ею одной. Ведь благодать святого причастия гораздо больше, чем та, которую человек получает от святой воды. Идите в храм, пейте святую воду, укрепляйтесь, а потом идите на исповеди к причастию, чтобы святая вода стала по слову Господа, рекою в жизнь вечную. Нырять ли в прорубь? К празднику крещения на водоемах появляется прорубь и ордань, обычно высекаемая во льду в форме креста. На реках и других водоемах в этот день также происходит великое водосвятие, по такому же чину, что и великое освещение воды в храме. Насколько важно окунаться в крещенской проруби? Что это дает? Сама традиция купания в проруби обусловлена именно верой в освящение водного естества в день крещения Господня. Человеку хочется не просто, чтобы его покропили, но всему погрузиться в освященные воды. И если человек делает это с верой, он может получить для себя немалую пользу. А если такое погружение просто спорт или дань народной традиции, а желания осветиться нет, то и пользы не будет. Приступает ли человек к купанию в святом источнике или просто пьет святую воду, она имеет благодатную силу только для тех, кто при этом обещает. Господи, я постараюсь жить по-христиански, не спошли мне свою благодать. Спасибо за просмотр.